трассе команда СДЭК играли с командой Прогресс Тех, выиграли 5-3. Хорошая игра, хороший соперник. Темновато, конечно, и дождик, погода подкачала, но в целом играли, на мой взгляд, нормально, контролировали большую часть игры, голы пропустили, в принципе, все из-за своих ошибок. Но соперник тоже молодец, интересно было играть. Как вы думаете, за счет чего удалось победить? Что за счет чего? За счет чего удалось выиграть в вашей команде? За счет того, что у нас просто, как мне показалось, команда по опыту техничному просто больше держали мяч. А соперник играл от обороны, и все получилось в этой игре. В принципе, я видел обзоры игр прошлых этого соперника, и я предсказывал, что они так будут играть. Как я предсказывал, так и получилось, то, что все голы забиты. А как в целом оцениваете выступление команды на турнире пока? Ну, 3 игры, 3 победы, как еще можно оценить? Оценивать вам.